Самыми востребованными профессиями в Нижегородской области считаются IT-специалисты, врачи, инженеры, юристы, высококвалифицированные кадры в сферах транспорта и промышленности. Нижегородские оборонные предприятия ведут набор будущих сотрудников уже в университетах, где создаются базовые кафедры и совместные лаборатории. Зачастую работодатели сами участвуют в реализации образовательных программ. Растет спрос со стороны молодежи и на педагогов. В Мининском университете после второго курса проводят квалификационный отбор, где студентов делят на два направления. Тех, кто действительно планирует связать свою жизнь с профессией учителя, и тех, кому необходимо именно педагогическое образование для работы в других сферах. У нас есть устойчивый тренд прихода молодых специалистов в школу. Действительно, молодых педагогов становится все больше и больше. Мы создаем учителя, который может сам сформировать образовательную программу, новую, индивидуальную, для отдельно взятого ученика с его личными персональными проблемами. Сегодня на предприятиях нужны те специалисты, которые будут отвечать за внедрение, за обучение, за обеспечение информационной безопасности. Про кадровый голод, если говорить предприятие, то это, конечно же, специалисты рабочих профессий. Выпускник не должен выпускаться в никуда. Он должен быть профпригодным, он должен быть нужным для той или иной отрасли. Поэтому здесь мы заключаем договора с достаточно крупными предприятиями.